Великая наука, искусство жизни. Моя новая программа «Энергия изобилия». С вами я, Татьяна Салмановна Макту Сайфуди. Ну что, Джон Кеха. Вот что пишет Джон Кеха о том, как ему удалось из бедного человека превратиться в мультимиллионера. Позвольте мне рассказать, как я впервые стал программировать себя на успех. Я жила в маленькой хижине, глубоко в лесу, без электричества и водопровода. У меня не было денег, но я понимал принципы благополучия и запрограммировал себя на успех.